Четверг, 19 сентября, 2 часа дня. Северный Нячанг как вымер вообще. Это считаю, что никого нет. Пасмурно, нет прямых солнечных лучей, но и нет людей. Видимо, на работе все. Всегда как-то здесь было так многолюдно, видимо, утром или вечером. Как делаются эти самые мои любимые бургеры? Вот девочка сидит здесь, закатывает, потом их в микроволновку походу и все. Вот этот фарш, булки. Ну и вот, поднесли. Выход в люди. Вечером погулять. Днем гора, закатать их, да. Вечером еще нормально. Ребята, залетайте на Стримчанский, стримы набирают по 4-5 тысяч просмотров. В центре Северного Нячанга, ребят, прям рядом с домом, забрел такое чиллаутное место, вот почилить здесь, прям, говорю, киношная картинка, прям фильмы снимать, рыбаки, лодочки, и все это в центре событий. Вот, как видели. Алик, что там ты на курсе? На Курске. А, Виталик. Тут Виталики появились у нас. Прикольно, прямо у дома. Вот это вот такие здесь есть локации погулять. Какие-то йоговые практики. Яваху со светосилой, да? GoPro-шка, сука. Объектив, как, блядь, мое очко, нахуй. А нихуя светосилы нету. А в телефоне, блядь, как лезвие, блядь, толщина. И какая светосила, блядь. Почему? Специально, наверное, чтоб бабки зарабатывать на новую GoPro. Парикмахерскую. Тут еще я не стригся. Тревожно, волнительно. Я в ахуе, блядь. У него салон, у него фотокарточки, блядь. У него несколько кресел. Он меня обкромсал, как какую-то залупу, блядь. Это просто пизда. Это просто пизда. How much money? How much? Денег сколько? Да не, ну как, ну-ну-ну, давай уже возьми. Денег не взял, блядь. Ну это пиздец какой-то, блядь. Ну это пиздец, посмотрите на это все. Ну я так не могу, я ему должен дать деньги. 50 тысяч. Мой френд, давай, возьми деньги, давай. Возьми, возьми. Ну хули, ну. Давай, нет, ты работаешь. Нет, сори, давай 30 на возьми. Give me 20, давай, тети. Возьми, my friend, сори, возьми. Please, возьми. Возьми, давай, возьми. Возьми, давай пополам. No, no. Ты мне до этого говорил 30, вот возьми 30, дай мне сдачи 20. Ну это пиздец, блядь. Смотри, выбрал, блядь. Ну ему похуй. Ему абсолютно похуй. Короче, тут я живу, вот тут это находится. Ебал я в рот туда когда-то ходить. Бень. Глянем, что они тут там. Поправят, может, там уже нехуй поправлять, блядь. Кроме лысины нихуя нет. Хай! Хай, мой френд! Зашел сейчас в парикмахерскую, мне кажется, не такую херню сотворили. Может чуть-чуть поправить, убрать хотя бы там лестницы. Окей.
Офигеть. Так. Бля, ну хоть выровняли, ребят, хоть кто-то стало на человека похоже. А то до этого была пизда просто, что он со мной сделал. Подровняли, сделали примерно как я люблю. Вот пацан молодец, красавчик, да, сделал. То до этого было пиздец. Вот сейчас более-менее, но это было вообще пизда. На кого он работает, я не знаю. How much? 15? Окей, полкинди. А тут просил 30-ку, но не взял. Thank you. Good, мастер. Very good. See you. Yes, see you. Thank you, my friend. Bye. Вот это заведение. Всего полтинничек охуенно подстригли. Не то, что там, блядь, вот эти непонятно кто. Вот, сюда ходите, пацаны. Нет, я все-таки пойду покажу. Он должен видеть, блядь, как должно быть, а как он делает. Ну а как? Кто, если не я? Правильно? Весь мир молчит, все молчат. А я покажу, блядь, что вот так я. Может, он знает, но я хотя бы буду знать, что я показал, блядь. Что я пытался хотя бы. Сейчас ему покажу. Hello, my friend. Окей. Короче, русский мальчик нашел вьетнамку, ну или не вьетнамку, азиатку, и привез маму с России или с Бали, или что-то такое, не могу понять, там столько людей, друзья, это, короче, нашел вьетнамку, и маму привез, маму, знакомство мамы происходит у них с вьетнамкой. По этому поводу они готовят блюдо. А я ж как повар, мне интересно, что готовят. Ну, там, наверное, приложу две фотографии. Просто варят креветки, глутамат натрия, ну, два вида специй. Концентрат глутамат натрия, еще один концентрат, может там, ну, натурального есть процентов 7, а остальное все эти хи. Я думаю, что так все у них вкусно, вот это котлетки вкусные, все вот эти бо, фо, типа думают люди, что бульоны наваривают. Бульоны-то наваривают, но туда ложку кидают концентраты глутамата натрия, надо это понимать. У них они уже в другой форме, в другой упаковке, другие вкусы. Уже настолько они, блядь, преуспели, что там он в 1000 раз синтетичнее, в 1000 раз меньше надо, в 1000 раз вкуснее.
И вот хоть у тебя суп там с говядины, со свинины, с креветок. Ну просто лапшу свою рисовую сварили. И бульон, которым варили креветок, вот я в одном только согласен. Я всегда не любил сливать бульон с креветок и с раков. Они такие вкусные, их можно пить и есть. И бульон с креветок, они берут, добавляют в рисовую колбасу, как песня поется, в рисовые макароны. И ну, креветки почистили, как сварили. И вот это вот такое сявство. Котлеты из свинины. Берут фарш, замешивают его с порошком глутамата натрия и обжаривают на сковородке. Конечно, будет вкусно. А сегодня у нас воскресенье. 13.05. 13.05 22 сентября. Пасмурно. Посмотрел опять в гуглах, что ебать, в натуре сезон дождей. Сезон дождей, мунсунов, влажности. Я в ахуе. Я в ахуе, блядь. Вышел, ребятки, опять со стримом. Не пропускайте стримы. Вкладка стримы. А тут вот ребятам показываю, смотрю, какие лодочки. Очень красиво смотрится, как на Занзибаре. В Гоа такого нет. Центр Нячанга. Смотрите, стрим я все рассказал по этому поводу. Я в ахуе. Да какие-то как будто вот эти кафешки или что свое свозят. Короче, обида ебаная, ребят. Я там так митинговал на стриме. А потом смотрю, телефон сел, запизделся. Ну, вроде то, что надо, сказал. И если экстренно стрим прекратился, то, возможно, навсегда пропадет. Но буду надеяться, что не навсегда. Просто он дольше будет обрабатываться. И потом, надеюсь, появится. Поэтому заглядывайте во вкладку стримы. Здрасте. Добрый день, извините за беспокойство. А эти шезлонги платные? Сколько? Почем? 50. Час или сколько хочешь? 50 отдал, и вот улежишь, не заботишься. Спасибо, буду иметь в виду. Слушай, ну 50 это не дешево, блядь. Или дешево? Ну чашка кофе, да?
лежит, а то и все. 50 донгов. 50 тысяч. Нигде не хочу. Что, ребятки, зайдем первый раз в море. Здесь уже более 10 дней. Там, вот говорят, красивые рифы. И с маской, а с GoPro-шкой так подавно можно заснять прикольные моменты. Так говорят, когда купаюсь, я не оставляю вещи, как я оставил вот здесь. Но вроде сильно не буду купаться. Зайду, освежусь, тоже охуел. И выйду обратно, думаю. Вода относительно прозрачная. Прям не относительно, а прям прозрачная. Но то, что я видел вон там, свалка, и это все здесь, это никуда не деться. Ну, как говорится, пописим и освежимся и выйдем. И водичка такая не теплая, не противно теплая. С легкой прохладой, знаете ли. С легкой прохладой. Вот так я захожу, и видно мои ноги. Будь-будь. Соленая, глаза открыл, так режет, так печет. Держит хорошо, соль нормальная, прям вообще держит, держит, не надо шевелиться ничем. Хорошая соленость, прям сама держит, не надо шевелиться вообще. Нормально. Мало, бля. Короче, кажется, ребят, около моего дома есть море. Я живу прям в эпицентре событий. Отсюда видно, а там крыша моего дома. Тут идти 200-300 метров. И можно купаться каждый день, выходить утром, обед и вечером. И опять приходить в номер с бассейном, с кондиционером, с белыми простынями, блядь. И жизнь удалась. Лайк, репост, подписка, подписались, все. Стримы смотрите ебучие, я там рассказываю все как есть. Про жизнь, про политику, про власть, про веру, религию, детей, наркотики, алкоголь, счастье, фитнес, здоровье. И кому не трудно, шлите донатики. Выживать-то как-то надо, Ромчику долбоебу. Ну, не умею жить, да, не приспособленный. Мне уже 44, я никогда не научусь, наверное, по вашим принципам работать там, всякое такое. Но я показываю что-то интересное, мне кажется. По крайней мере, смотришь и подписываются. Вот. И вот тут девочка загребает. Ходил по миру, а нет, все работает. Сколько стоит час? 150? Спасибо. 150. Ну, 500 рублей на офигенный час. Поплавать на вот этой надувной лодочке САП. Но новый такой стоит 9, 8, 7, 12 тысяч. Решать вам, покупать ее или платить пятихатку за час и корячиться. В чем прикол корячиться час, не понимаю, если тоже корячиться. Типа понять, надо тебе или нет, кажется, за раз не поймешь. А вот потом поймешь, не поймешь. Надо, но тебе не надо. Пока вообще не вижу в этом смысла прикола. Бесплатно бы поплавал, но я уже плавал. Там есть в Гуа один мой друг, капитан.
А так 500 рублей отдавать, чтобы на нем час покорячиться, ну не знаю. Ну и только там для этого видосика там. Ай. Так, в довершение одного разговора к последнему стриму. Ушла я за год. Похудел, превратился в фитнес-няшу, красавчик, молодец, не пью, не курю. Вернулась меня спасать, типа, блядь, смешалась с дерьмом, опустила, унизила, в рот выебала психику. Опять забухал, заторчал, разжирел и опять съебалась. Ты, говорит, алкаш и наркоман. А потом еще заходят стримы, написывают: ой, Рома, во что ты себя превратил? Во что ты себя, Рома, превратил? Как этого животного, блядь, земля носит, я в ахуе. Хотел бы выразить свое наблюдение про мусоров. Может, не тот район, но это уже так район нормальный, с Чапла. Ни одного мусора не видел, ни одного полицейского. Питейное заведение тут. Алкаши, наркоманы, чего только нет. Ни одного полицейского не заметил. У нас бы уже в России вот так вот шерстили толпами, блядь, гусарами. Выебывались с умным, с гордым ебалом. Приставали бы до людей. Пьяный, не пьяный, накуренный, не накуренный. Регистрация, не регистрация. Ходили бы тут, паслись бы, блядь, как сука, как последние позорники. Чем они занимаются. По России ходят. ДПСники стояли бы с палками, блядь, всех подряд, проверка документов, пощупать, понюхать, блядь. ППСники со своими дубинками. Ну реально, полицейское государство. Чтоб боялись, на всякий случай, блядь. Так устроено все Путиным. Думаете, он не знает? Все он знает, все он понимает, ему таки надо. Как говорил я в стриме, властям похуй на людей. У них другой мир. Они там делят свои ресурсы, блядь. А мы для них просто биомусор, пушечное мясо для достижения своих целей. А это мы должны все понимать. Ну, наверное, все никогда не поймем. Нас же специально с детства, с садика учат быть болванами тупыми. Чтоб об этом даже не думали. А чтоб те, которые думают, такие как я, сразу их на их накинулось, на их 99% общества, и запиздили, убили меня, посадили в тюрьму, что я предатель Родины и всякое такое. Неужели вы этого не понимаете, а? Ну, те, кто понимает, те напишут. Да, конечно, Ром, они просто даже не напишут. Ну, один-то мощный писать, Ром, да, конечно, все понятно. Но 99 напишут: ах ты ж пидорас. Съебался, блядь, а ты свой предатель, позорник. Как Волга, сольемся, разольемся, и как учила нас матерь вода. На 30 рублей ты сидел, ребят. Так как ты человек. Вот я сидел, а так было вкусно. И так как ты. Смотрите, какая здесь вкуснятина была, вот такая вот. Это все здесь у нас в центре, там, где я живу. Вот так все выглядит. Вот так выглядит отсюда. Брал свининку, яичко и салатик. И смотри-ка, пока мест идем, не сдаемся. На ход ноги. Берет сильнее кофе. На ход ноги. Ты посмотри. Там за дверьми не видно телефона. Но если нужно бежать. Я стану держать, только нальем на ход ноги. Короче, ставьте скриншот, блядь, и смотрите его. Айфон.
13 Pro Max. 30 миллионов. 13 Pro Max, 85 гигабайт. 30 миллионов. Не знаю, вроде перевод нормальный, но говорю, где я могу купить интернет на свой мобильный оператор? Они говорят, не знаю, мы только в iTel на свой продаем. Я говорю, блядь, через Крёча, говорю, куда мне пойти купить рядом? Не знаю, сказать. Ну что, правда не знаю, мы из деревни приехал. Хуй его знает. Хотел эти цены посмотреть на телефон, но не буду. Ну не надо, окей, спасибо. Так у них там надо разуваться, ебал я урод разуваться. Ребят, это другая тетка, другой рецепт, вот такая жижа другая. Залетайте на стримы. Короче, шаев всего 9, ребят. Самые вкусные на свете вот здесь подают. Зеленый чай с лаймом, с мятой, еще с какой-то травой, с кислинкой, со льдом, ледяной вкусный. Да. Алло. Алло. Да, вот это вот. Кофе интересно. No. No. Окей, ладно, похуй. Окей. Такая старушка, ребят. Окей, сэнд, гудбай. Гудбай. То сносит. Гудбай, компас, да. А в итоге все дается тому, кто просит. И это не я. Вот эти, это нормально, да? Ну ты посмотри, как ясно видны. И радость моя, посмотри, как чудны. Какой-то такой, знаете, посмотри, лайн, как чудны. Который, блядь, просто охуенный. Цитрусовый лайм какой-то. На ход в ноги. Какой-то такой мерзкий, охуенный. На ход в ноги. Ничем не сравнимый. И вот это лед. И там, зеленый где чай. Нас нет, зеленый чай, не про мух, сука. Прям зеленый чай. Но если нужно бежать. Там это по 25 и по 35. Всякой хуйни туда поналаживают, желатина всяких, синтетик. Оказывается, вот на
Маленький стакан 7000 гор, большой 9000 гор. 30 рублей, блядь. Подгребать вкуснятина. Любовь Чурина. Это фалоимитатор. О, ник. Сразу понял. Он специалист. Он себе такие заказывает. Это Уланзи. Аккуратно надо. Уф. Это Никита. Твой размер. Ник. О, какой. Там рядом стрим от этого для долбоёбов. Квалити сертификат. Сертификат качества. Вот. Уланзи. МТ-44. Уф. А. А, ну бумажка не пахнет. Хуйня. Ебать, я в ахуе. Страшно трогать. Не поломанный, он работает. Нихуя себе тут, блядь, размерчики. Я в ахуе. Вот это да, блядь. Это ж ебать какая устойчивость, пацаны. Вот это, блядь, вещь, я в ахуе. Это еще можно вот так. А можно еще вот так можно, вот так, по-всякому, оп, оп. Я в ахуе, столько людей смотрело, им вот это неинтересно, чем же вы, блядь, интересуетесь, нахуй? Я в ахуе, блядь, как такое может быть неинтересно, блядь? Я в ахуе, блядь, 4 человека, им похуй, им показать блевотину, рыготину. Да, тут действительно... Не, железный. Только на зуб попробовать можно. Ну или силюминий какой-то. Ай, блядь. А теперь самое интересное. Охуеть! Блядь, пластмассовые, конечно, стоечки. Охуеть! Ебать, высота, пацаны! Я в ахуе, гля, гля, высота. Та ебать. Та ебать. Ну, тебе интересно, 20 человек смотрело, стало 4 смотреть.
им не интересно. Я в ахуе. Вот это я себе вещь отхватил. А самое интересное, что-то вот тут. В голове. Во-первых, вот здесь вот эта резьба, блядь. Фотоаппараты накручивать, что-то еще. Ну и самое интересное, это еще тут. Еще вот этот. Для телефона, оп.